14 октября 2019 год, Харьков. Понедельник, но в честь Дня защитника Украины. Выходной день у государства. И ты посмотри, что у нас творится. Хатобе, саду Шевченко. Народу просто немерено. И вот какой меня сюрприз здесь ждал. Закрыли на реконструкцию зеркальную струю. Ох ты, как ветер несет воду. Ну что, пройдемся на площадь Конституции. Жара, жара неимоверная. Сейчас проходил на фабрике здоровья, плюс 27 градусов. 14 октября. Ха, да.